Всем привет! Вы на канале Andrius Crypto News. Я безумно рад вас видеть на своем канале по старинке. Как обычно, вы знаете, что необходимо делать. Если вы не подписаны на данный канал, просто жмем кнопочку подписаться с колокольчиком, и, естественно, вы будете уже на этом канале. Впереди много крутых видео, которые будут максимально интересными и полезными. Так вот, мои мысли по поводу XRP. Данная криптовалюта буквально сейчас у всех в умах, самого человечества, как бы это скромно или пафосно не звучало. Развитие у данной криптовалюты есть. И лично я, лично очень известные, такие люди как Уоррен Баффет, Илон Маск, они верят в нее, верят в развитие, да вообще. Люди, которые в принципе в этом разбираются, люди, которые максимально целеустремленные в своей жизни. Они понимают, что проект интересный и что в нем есть то развитие, чего они собственно ждут. И XRP, по сути, это одна из многих криптовалют. Но почему она сейчас является максимально интересной? Максимально известный по сравнению с биткоином. Биткоин тоже известен всем, но он вышел гораздо раньше. И он вырос настолько, о чем мы еще 10 лет назад просто, даже если кто и знал про него, мы и думать не могли, что в 2021 году будет настолько огромный курс. Казалось бы, это невозможно. Такое только в сказках, однако это происходит. У XRP будет примерно такой же расклад. Конечно, он не вырастет до таких сказочно невозможных сумм, однако очень многие люди инвестируют в данную криптовалюту свои деньги, инвестируют в развитие, и сама компания заинтересована именно в развитии. Она заключает договора, так сказать, со многими компаниями, банками. В данный момент они заключили очень важное партнерство в Германии, в ЕС. То есть вы поймете, что поддержка у XRP максимально высокая, а значит, поддержка, уважение, доверие людей – это тоже немаловажный фактор для ее развития. И если компания занимается такими вещами для того, чтобы люди ей доверяли, рост будет. И сейчас мы видим, что на курсе 45 центов. Ни много ни мало, да? И я не знаю когда, но данная криптовалюта преодолеет 5 долларов, это как минимум. То есть просто в голове посчитайте математически. К примеру, у вас есть 50 тысяч рублей, долларов, неважно. Эта сумма в 10 раз увеличится. Я вас ни в коем случае не призываю никаким действиям. Это лишь мысли. Мысли человека, который думает наперед. И, кстати, думаю так не только я. Я читал многие книги известных умных людей, которые увлекаются и занимаются таким видом деятельности. И, естественно, они думают так же наперед, как ты играешь в шахматы, где ты должен прорабатывать свои шаги на шахматной доске, иначе твой исход неминуем. То же самое здесь, твоя жизнь, твои движения, твои действия играют очень важную роль в том, к чему и в конечном итоге ты придешь. Рад, что вы посмотрели это видео. Всем пока!